Так, как я уже говорил, я говорил 6 болтов крепления, но оказывается на деле я забыл совсем добавить их 9 штук, 9 болтов. Вот закручиваются они, вот эти вот болты у нас. Болты у нас будут вот такие вот идти. Сейчас я диск пока сцепления не поставил. Почему? Потому что на вот этом маховике вы заметите метки, да? Видите, вот такие вот идут метки. Для чего это сделано? Вот здесь на сцеплении, чтобы вы знали, как установить, после того, как вы сюда поставите диск сцепления, чтобы вы знали, как установить сам маховик правильно, тут есть специальная внутри здесь, а внутри есть специальная пометочка. Так, вот он болт у нас вот так вот выглядит. Видите, да, он многолучевой, вот такого вот он образца. Вот. Почему-то я заказал комплект, но в комплекте идет ровно 6 штук. Почему так сделано, непонятно мне лично пока еще. Может, я ошибаюсь, но болтов было 6. Может, я что-то не догоняю, но я потом посмотрю. Но здесь вот по факту их 9 штук закручивается. Так, теперь я сниму маховик и покажу, в чем здесь причина. Вот я аккуратненько сниму его. Теперь смотрите. На маховике самом, чтобы вы правильно поставили его, есть вот такая выемка. Я его так вот сниму вам, и вам будет хорошо видно. Вот видите, да? Вот эта вот выемка, такая типа трубы, кусочек трубы такой, направляющая. Вот она находится вот в этом месте. Вот она. Вот эта направляющая. Когда вы будете ставить маховик, обратите внимание вот на вот этот вот вырез. Вот на этот вырез, вот такой вот он идет. И вы этой направляющей будете, когда ставить, вы должны попасть в этот вырез. И у вас просто вот раз, и диск встанет. В любом другом месте, здесь такого выреза нигде больше нету. Поэтому вы не промажете, вы сразу попадете вот сюда. По-другому вы просто не поставите маховик. Вот. Затяжка вот этих болтов, которые у нас крепят сам маховик, будет происходить. Сейчас я посмотрю. Вот, затягиваем болты крепления маховика не более чем на один оборот за проход. Вот, удерживая маховик от проворачивания, равномерно крест-накрест затягиваем болты крепления маховика не более чем на один оборот за проход. Момент затяжки болтов 20 ньютон-метров. То есть вы должны затягивать, вот здесь даже есть рисунок вот такой вот. Вот рисунок есть. Он показывает, как затягивать. Вот это вот расстояние вы выбираете. И затягивать надо вот таким вот методом. Крест-накрест. Сюда, туда, потом отсюда, сюда, туда. И вот так, вот таким вот методом. Не надо идти, как бы не было вам удобно, вот отсюда вот пошли и по кругу полностью прокрутили. Так нельзя делать. Надо делать вот таким методом. Затянули, 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 затянули. Когда уже все у вас на месте стоит, уже никуда не шелохнется. И тогда вы уже сделаете контрольную затяжку до 20 ньютон-метров. Как бы вот не увлекайтесь, потому что это такое дело, что нужно аккуратно все делать.